накричит на крошку за то, что он меня убил. Давай. Ой-ой-ой. Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка-крошка, Dark Dragon, Серега, пацаны, скажите крутые слова. Всем приветики. Здорово, актеры. Эту идею придумал подписчик крошка-окрошка, которого вы знаете с наших роликов. Если опять и кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем оценивать аниматроника. Так, кто же к нам сейчас выйдет? Получается, он там даже загородился, обстроил. Я уже выхожу. Давай-давай, мы тебя ждем, то у тебя что-то у тебя поломалось, конечно. Батарейка села. О, прибежал. Так, ну показывай, что ты можешь. Я могу стоять. Электричество выключить. Могу голову откладывать. Так. Отлично. А, он режимы разные решил. Читерить решил, прям самым лучшим стать в этой серии. Молодец. Ого, у него звуков. У него еще есть анимация, кстати, ты не все используешь. Ты можешь к стене подойти и нажать Ctrl, а он будет этот. Или правая кнопка мыши, я уже не помню. Во-во-во. В другом режиме он будет стучать. Если ты переключишься. Я и то знаю всех аниматроников. А, это ты показал, как мы умираем. Отлично, молодец. Ну, скример хорош. Напугал. Серега, ты... Давай. Покажи вещь. Кстати, я тоже буду показывать, чтобы все было по-честному. Каждый показывает самого лучшего аниматроника, который он читает. Я тоже, кстати, пока Серега идет, я сразу приготовлю этот пилпак, который я буду показывать. А этот пилпак... Вот он. Или, кстати... Где он? Подождите. Или вот этот прикольный. Вот тут поярче будут. Все, я уже выбрал себе пилпак. О, или вот этот взять. Блин, даже не знаю. Все, отсюда буду брать. Ну что, Серега, где ты? Я знаю, сдал самого любимого. Это его любимый, кстати, аниматроник почему-то. Так, какие у него есть возможности? Классная, во-первых, озвучка на высоте, да, Серега? Да. Так, что еще? Невидимым становиться может. Отлично. Телепортироваться. Телепортация, кстати, да. Это, кстати, вот это уже очень нужная вещь, как для любого аниматроника. Должна быть в хате телепортация. Смеяться над вами, насмехаться. А какие-то дрижи... А, ты ж на R телепортируешься, так. А ты ж на Ctrl знаешь, что можешь делать? Накричать на крошку за то, что он меня убил. Давай. Ой-ой-ой, блин. Ребята, ну вы не забудьте в конце ролика обязательно написать в комментариях, какой же вам аниматроник больше всех понравился. Даже не знаю, Фокси или этот Найтмар, этот кошмар. Даже не знаю, не знаю. Серега, все, больше ничего, никаких умений нету? Может танцевать. Танцевать ты нажимаешь много раз просто кричать. Брейк танцует. Ну что, Dark Dragon, давай теперь ты. Ой, даже не знаю, кого взять. Ну давай лучшего, у тебя есть ровно 2 секунды, не спеши. Че так мало? Не спеши, у тебя есть 2 секунды, давай. Я не помню. Он как-то так странно сидит, у него жопа провалилась сквозь стол. А где он, подожди. Ладно, возьму наугад. Мы можем прям свет регулировать на лету. Давайте вот так вот. Ну что? Так ты взял этого, ты уже проиграл. И что он может, хеллоу говорить? Пока. Телепортироваться и чё бы. И все? Это патрульный аниматроник. О, дерьмо. Так это Галимы, это зачем дерьмо? Так, ребята, ну что, теперь я иду, беру аниматроника, сейчас я выйду. Сейчас я выйду, я покажу вам такого аниматроника, которого вы никогда не видели. Ты Галим. Ты мне не дал показать убийство. Лефти. Я просто не хочу быть самым худшим. Хотя бы первое или второе место занять. А я топ. А мне подкрыть. Мне вообще пофиг. Так, я могу, смотрите. Нифига. Кишки из жопы доставать. Только надо жопу выше.
Могу. Шипеть. Электричество дергаться. Конченое делать. О, что это со мной? Подглючивает, да? А, в шапке что вылезло? Могу вот так вот делать. Музыку издавать. Могу очень быстро бегать. Могу на контр вот так ходить с открытым животом. Оно не залазит, когда я хожу? А, нет, когда я начинаю идти, оно... Вот смотри, я могу подойти вот так к тебе, например. И вытащить тебе кишки из жопы. За что? А я там знаю просто ни за что. Так, что я еще могу? Могу... Подождите, что я могу? ТЛМНФ. И могу кидать скример. Просто убивать. Скример был, Серега, или нет? Нет. Блин. А ты Глима не дал мне скример. Ну кто, давай по кругу. След этот. Пока мисс... кто у нас самый лучший? Не знаю, мне Фокси больше всех понравился. Ну, здесь Фокси, я мне без разницы, выиграть в тулу. Ну что, крошка-крошка, давай, показываю еще одного. Еще, следующий круг пошел, я теперь возьму очень крутого. Сейчас я уже буду брать более... намного лучше. Опа, смотрим. Галимый. Чего Галимый? Смотрим его умение, он классно разговаривает. Я могу издать. Он классно делинькает. Спит. Стоять может, ногой может стоять и ждать. О, другой режим. Ты можешь нажимать Ctrl и ползать. А нет, ты можешь уставать. Как-то странно ты залипаешь. И все? Ой, Галимый. А скримак? А скримак? Ты мне так же не дал, Дим, скримак. А у тебя не было, у тебя же скримера не... А, мы знаем у Балумбоя, какой скример. Хотели скример бы. Давай. А тебе нету убийств, мы забыли, что ты добрый. Серега, он не может убивать, он не может. Блин. А не, может, убил. Кто следующий? А кто следующий? Серега. Серега. У меня горизонт вылетел. А он, кстати, завис, видите прикол? Мы еще такого не видели. Давайте поможем Сереге разглючить горизонт. О. О. Ну тогда я что ли? Давай, Dark Dragon, давай, пока Серега заходит. Так, как можем мне все-таки взять, блин, тут столько аниматроников у нас классных, даже не знаю, кого взять. Уже из этих, блин. А я не помню, какие кнопки можно на нем нажимать. Правая кнопка, F, Ctrl. R английская. О. Ближе подходи, не бойся. Галимый, делать умеет. У него ничего нету, ты опять за какого-то рахита. Не помню. Я не помню, ну тогда скрима. Я знаю, кого я возьму. Ой, круто! Ой, круто! Это было, кстати, да. А скримак офигенно у него, просто отличнейший. Ну, мне нравится. Мне больше... Так, давайте теперь я. Теперь я. Сейчас. Блин, даже не знаю. Ну, давайте, наверное, из этих все-таки брать. Сейчас, но я надо здесь мне брать. Ты слишком большой? А я только хотел их взять. Ты да, чип? Пацаны, вы только подумали? Да, смотрите, как у него анимация крутая сейчас будет. Сейчас вылезешь. Да, сейчас. Ты будто, знаешь, как из ядерной бомбы вылез и приходишь такой пьяный с работы. Одновременно. Я не вылажу. Она на кнопку надо. Во, только как-то странно. А я немножко не то нажал, да. Вот она вылезла. Она вылезла, Галимая. Чудо. Офигеть! Ну, вернись. Оп. Ну, ты все умеешь так? Нет, смотри, что еще умею. О, звук умеешь задать. Ты пугаешь так. А скримаков... А ты не убиваешь, но ты скримаки делаешь страшно. Вы начинаете дышать очень сильно. Ух, офигенно. Он прям... А давайте, если мы сделаем вот так вот, и в воздухе я вы... Ага, прям выпрыгивает. Так, пока Серега заходит, кто из вас еще? Скорпи. Давай. Скорпи, да. Так. Я уже всех людей путаю на свете. Серега заходит. Так, кого же сейчас взять? Потому что сейчас будет последний раунд, и если определится победитель.
Балора! Так она же арахитная, ничего ж нет. Она не убивает. Не убивает. Так, я зашел. Не, не убивает. Так, варю хай. И что? Все? Не. И все. Зря ты взял только. Нищий говнище. Это блин. Ах ты тварь! Даже я испугался, блин. Так, Серега, давай ты пропустил? Давайте. Ребята, сейчас Серега покажет, как надо проигрывать. А потом я последний. Мне кажется, я пока мисс выиграю. Пока Фокси здесь выигрывает. Да чё он сразу? У него больше взаимодействия. Идёт. Блин, Серега, ты, наверное, победителем останешься. Ну почему я не догадался взять его? Ну почему? Для начала он умеет говорить. На Сьюзи. She was a good kill. A good slash. I'm going to find you. Это на пробел. Так, анимация, да, вот такая вот. Ого. Это вот он бегает так. Так. Это так он бьет ножом. Да блин, я ж думал, ты попозже покажешь, не сейчас. На букву R нажимаем. Поехали, сейчас будет жестко. Прыгает. Жалко крови. Блин, крутецкая анимация. Не, здесь Фокси выиграет. Вот это жесть. Стрёмная музычка очень. Не хватает анимации, типа там льется кишки из жопы или что-то такое. Всё. Нет, как? У тебя сейчас еще будет дальше. А вот нажимаю на букву R. Вот старый. Ой, классный звук. Так. Кстати, этих звуков не будем. Да, добавили. Ctrl нажми. Да, это новые звуки. О, маска откинулась. Вот это он стрёмно выглядит. Ладно, спринтрап выиграл. Да, спринтрап, ребята, пока... Ого, он псих! У него аж задираются уши назад, отгибаются. Так, давай скримачок. Ой-ой-ой, скримака нету. Это было сильно. Все, прекращай. Так, давайте теперь кто будет еще? Есть скримак. Кто еще теперь будет показывать? Давай я последний. Давай, Dark Dragon, покажи вещи. Ну, фиговый, но я все равно проиграю. Ну. Серега классно придумал со спринтрапом, молодец. Это лучшее. Че я этим? Давай, удиви нас. Может, еще что-то есть лучше, чем шо? Этот? Я даже не знаю. Сейчас, подожди, стою. Надо было показать. Угу. О, слышу, бежит, да? Бежит. Вроде на Эннарда похоже. Или похоже на... Не знаю. Да, я же каким-то спринтом. На, ты скопировать Серегу решил, только другого взять. Я другой. Плагиат. Да не, ну это же другой совсем. Так. А, у него еще откат, еще времени есть. У-у-у. Вот, сейчас меняется флот, что быстрее будут бегать. Блин, Серега, их улучшили. Да. Поудаляли, добавили и поулучшали их. Намного лучше стало, прям вообще круто. Жесть. Он по всем бьет. Ну, не, по так, ну что? Кто победил, как вы думаете? Может, давайте я последнего покажу? Давай. Ребята, сейчас будет очень мощный, очень. А блин, кто из нас тут мощный? А это самый рахитный, стойте. О. Выбрал. Я иду. На самом деле, я не знаю анимации вообще. Я вообще не знаю анимации, что здесь как. И будем проверять. Крючился. А, телепортироваться умеешь? Или нет, мне показалось. В боньку могу превращаться. Ого. Ты чё, читер? Офигеть, смотри. Чику! Я же победил, да, пацаны, если я могу так? Ты мухлюешь. Смотри, сейчас смотри, R нажимаю. Ого! Я мышку слышал, Дима, я мышку слышал. Ах ты жулик. Хулиган. Ну блин, ладно, Серега,
Твой аниматроник оказался самым лучшим. А теперь у нас будет война. А где у нас, стойте, этот пилпак? Вы галимы. Хорошо. Все, я взял. Так, кто же умер? Крошка, ты за на расстоянии. Что такое на расстоянии? Ну это который бьет по радиусу. Не надо целиться. А вы где? Серега. Да. Ты выиграл или нет? Я еще живой. А, ты живой? Кто выиграет, скажите, когда закончите. Готовы? Не, кто? Еще остались с Сережей мы. Давай, Серега, я надеюсь, если ты выиграешь, ты будешь лучший. Dark Dragon выиграл. Всю карту разнесли. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу в наш Discord. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.